SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Здорово, братяги! Здорово! Привет! Чё, в рот мы выебали, блядь, всех нахуй, даже российские, ебать его в сраку, ютуб, блядь. Вот, пацаны, короче, чё сказать, Толя сейчас навесит ебальник Милонова вместо хуя. Вот, ну, раз их так больше устраивает и перезарьет батл, я думаю, в течение пары часов максимум это будет. Он сказал, что это рендерится будет долго, а заливаться на YouTube это будет очень быстро. Вот, обработается там, батл уже будет не в премьере, а просто там продемонстрирован в записи. Вот, такая хуйня. Но я думаю, больше пары часов это не займет. Вот, вы, в принципе, посмотрели где-то минут 5, так навскидку, даже меньше, наверное, минуты 3 где-то посмотрели. Вы уже поняли, что там... А там 50 минут охуенного батла, пацаны. Ну вот, поэтому, блядь... Все пиздато, короче. Вот, я пока покурить иду, с вами, думаю, попиздить, блядь. Насчет этой хуйни. Ну а так, ну мы что, мы в очередной раз РПЛ покоряем всевозможные рекорды и границы. Мы первые... кто добился вот такого своеобразного. Вот такая, вот это премьера, так премьера, пацаны. Мы взрываем в 5 минут чат. Просто люди пишут, что это лучший батл, который они, блядь, видели, нахуй. И батл банят. Понимаете? Ну вот. Это же пиздец. Вот. Ну не переживайте, пару часиков, сейчас сколько? Часов 7-8, наверное, да? Пару часиков, я думаю, потерпеть будет не так сложно. Это того стоит, поверьте мне, это охуеннейший батл. Наверное, один из лучших батлов, которые я видел в лайве. Ну вот, с двух сторон, может, даже и лучше, хуй знает. Поэтому, парни, оно того стоит, реально. Вы посмотрели 5 минут, вот, и я думаю, вы теперь, блядь, хуй пропустите этот батл, блядь, и друзьям расскажете, и знакомым. Вот на таких батлах, чуваки, вот на таких батлах нужно новую аудиторию привлекать. Шарите? Вот. Вот такими батлами, ну, ебать, что за говно поет. Сейчас. Вот такие батлы нужно показывать людям, которые далеки от батлов, чтобы они просто охуевали и начинали батлы смотреть. Вот в чем хуйня. Так что такие дела, пацаны. Охуенный батл, блядь. Сейчас зацените через пару часов. Такая хуйня. Но меня, короче, меня эта ситуация больше смешит, блядь. Типа, что YouTube, забаним, похуй, мы перезальем, блядь, нам уже. Вот. Че, парламент курю? Там в комментах народ пишет. Ну пускай подождут пару часов, что поделать. Это ж не наша вина. Я просто не дома, мне даже не могу толком ответить. Это повезло, что я в прямом эфире смотрел, увидел, мы оперативно как бы. Я маякнул Дипу, и он начал сразу сейчас предпринимать меры. Вот. Из этого хуя, блядь. Ну мы вместо хуя сейчас Милонова прикрепим, и все заебись будет. Уже была практика подобная, только тогда вместо пизды было, а сейчас вместо хуя. Вот. Милонов универсальный просто, пацан. Да, Настю сейчас обязательно поздравлю. Если перезарьете, то не забанит еще раз. Да нет, за что там, если просто фотографии не видно, там не за что банить. На РБЛ охуенный батл, пацан. На РБЛ охуенный батл. Мы стараемся. Цените и распространяйте, ёпта. Это самое важное. Давайте привлекать аудиторию людей, которым это будет интересно. В каком батле идет речь, не пускай смоется.
будет через пару часов на ютубчик. Ну, тут по-любому, наверное, кто-то страйканул, короче. Я так думаю. Вот. Но похуй. Типа мы просто перезальем и все. Я думаю, пару часов и зальют, Жень. Такая хуйня. Пару часов. Блядь, член видно, ебать мой хуй. Это ужас, блядь. Там непонятно, нахуй. Там типа сенс даже не понял. Кривой он или нет, блядь. Я думаю, пара часов максимум, пацаны, я на это надеюсь. Может, пораньше. Это все, ну, как бы, DeepXSense оперативно сделает, остальное зависит от программы, от рендера и от залива и прочей хуйни. Я думаю, что не больше 2 часов. Я надеюсь на это. Ну, там за 5 минут, да, вы уже получили такое удовольствие, что, блядь, грех не посмотреть. Вы не знали, что за это мог забанить? Ну, мы как-то на похуй отнеслись, видимо, к этому. Не делаю больше премьеров, хомяк. Блядь, DeepXSense так хотел поэкспериментировать с премьером, блядь. Поэкспериментировали, ёбану. Ну, это было как охуенный тизер. Ну, типа того. Да, типа того. Лучше бы микс и Бови забанили. Да лучше бы вообще ничего не банили, чуваки. Нахуй это надо. Считайте, вы посмотрели в натуре трейлер, блядь. К охуевшему баду. Это вы еще раундов DeepXSense не видели, блядь. Там тоже есть очень смешные моменты. А нормально у меня дела. Пиздато я даже сказал. К этому батлу теперь интереса еще больше будет. Ну да, это же первый батл, который забанили по причине именно не рекламы, а картинки, да? Ну вот Верс забанили там Оксимирон СТС за рекламу, какую-то хуйню такую. По-моему, за этот, блядь, за картинку вообще батлу первый раз, по-моему, банят, если не ошибаюсь. Пара часов, пацаны, пара часов. Я думаю, может раньше, я не знаю. Я думаю, что максимум пара часов. Да, это первый случай нахуй в истории, понимаете, когда батл банят за, блядь, за батл. Вот что за хуйня. ВК нам не резон грузить. В историю, пацаны, в историю. Всем, блядь, рассказывайте, всем друзьям скидывайте батл, скажите, этот батл забанили, потому что вместо ебала Милонова был хуй. Не, я бабки подарил, я подарок не убираю. Нет, тут покрасить нельзя делать. Покрасить вообще всегда можно делать, но в эфирах нищего хайпа лучше. Просто кто-то в офисе Ютуба решил забыть, что первым человеком шедевр, ну, возможно. Там этого, Кобзона, блядь, фанаты скинули. Причем как быстро забанили, ну, блядь, оперативно реагируют на хуи. Избранные видели оригинал по себе, будете рассказывать это детям, блядь. Ёбаный урод, что увидели этот батл в оригинале. В этот батл, я думаю, да, нужно ждать сейчас. Нужно всем реально, блядь, всем распространять нахуй, что этот батл, блядь, это того стоит, чуваки. Пара часов. Да я надеюсь, что не позднее, чем через 2 часа. Кобзон страйканул. Афиша до 20-го, наверное, первая выйдет. Диктатор еще будет на РБЛ, думаю, да. Да все будет в порядке, не сильно. Погонов обоссался со смеху. А вы, получается, до какого... А, вы еще, блядь, вы еще панчик про Бионда не слышали, блядь. Он тоже охуенный. Меня он прям порвал, блядь. Вот. Так что, пацаны, все впереди.
А есть цензурная версия, типа, вручную. Не, он вручную сейчас будет. Ипоксенс почему-то решил, что, блядь, если член показывает не он, то все прокатит. Видимо, так это работает. Пацаны, хотите вам тоже? Сейчас мы инстаграм-трансляцию забанят. Я не знаю, видно вам было или нет. А, я ж могу вот так сделать. Это как бы отсоси Ютуб, Инстаграм не банит за такую хуйню. Шарите, да, блядь? Просто изи, пацаны. Такой раз, блядь, и порнушку вам показал, блядь. В прямом эфире, блядь. Ну, такая легкая порно. Такая хуйня. Сейчас я пиздюлей, наверное, конечно, получу, когда поднимусь на пол. Так, пацаны, все, РБЛ развращает, блядь, умы молодежи, блядь. Так что вот так. Пару часов, парни. Я думаю, может, раньше, не знаю. Дип будет держать в курсе, я надеюсь. Сейчас он занимается тем, что монтирует, как бы. Вот. Ну, вернее, не монтирует, а вот эту хуйню крепит, потом рендер, вся хуйня. Так что так. Не, я не в галерее. Я, блядь, причем в ресторане, блядь, баклажаны, он такое говно, блядь, если честно. Так что такая хуйня. Все, чуваки, пошел я, короче, блядь, винишко попью пока. Ну тут что-то, блядь. Что-то грустненько все. Давайте, на связи, ждите батл. Ждите батл, скоро выйдет.